Schimm. Так, рассаживайтесь. Мы получили новые распоряжения прямиком от Суи и двоих новичков из 6-й воздушной армии, которые помогут нам выполнить их. Они были рекомендованы для участия в этой операции в связи с высокой оценкой их действий в день Д. Капитан Прайс, сержант Эванс, добро пожаловать в третий отряд. Ну а теперь перейдем к делу. Здесь расположение важнейших плотин гидроэлектростанций Рурского промышленного района Германии. Эти ГЭС обеспечивают электроэнергией заводы и города этого района. В прошлом году один умный парень по имени доктор Бернс Уоллес придумал новый вид бомбы специально для взрыва дамб. Этими самыми бомбами молодцы из 617-й эскадрильи успешно взорвали дамбы на Моне и Эдере и затопили весь промышленный центр Германии. Плохие новости состоят в том, что эти ублюдки уже все починили, и командование хочет, чтобы по этим целям был нанесен новый удар. Это дамба на Эдере. Мы высадимся рядом с ней ночью. Согласно данным разведки, на день пути вокруг дамбы находится безлюдная местность. Но сбросить бомбы на дамбу сейчас невозможно, потому что вокруг нее установлено слишком много зенитных батарей. Наша задача — уничтожить как можно больше зениток, чтобы расчистить путь бомбардировщикам. В здании внизу дамбы расположены электрогенераторы. Мы должны будем взорвать их, если это не удастся сделать бомбардировщикам. Мы установим взрывные устройства на короткое время, потом доберемся оттуда на грузовике до ближайшего аэродрома и захватим у врага подходящий транспортный самолет. Вы все знаете, что делать. Проверьте ваши боеприпасы, выверите прицелы и внимательно изучите карты и фотографии. Операция начнется в течение ближайших 2 часов. Удачи. Понятно, блин. Так, что мы имеем тут, нахуй? Где? Стэн, нихуя себе. Кто это? Где он? Не вижу никого. Реально не вижу никого. Где?
Чё, одна, да? Тихо, тихо, тихо. Да, бля, быстрее перезаряжай, чувак. Сука, долбоёб, блядь. По новой придётся. Взорвал эту хуйню. Хуёво ты там устроился, ебай. Все были? А где генераторы? А, блядь, одну зенитку не взорвал. Нихуя себе, блядь. Опасные. Хуя себе комплекс. Попал, не.
Бля, на стем патрон уже хуй, бля. Ты откуда взялся, блядь? Давай сюда, нахуй. ХП маловато, блядь, стремновато немного. Ой. Откуда она? В смысле? А что, это не аптечка была? А, вот она. Бля, не годится. О, сука, все-таки попал, блядь. Пуль встаешь-то. Где эти генераторы, блядь? Вот сука, а. Куда он делся, блядь? Тихо, блядь! Это врасплох застали, ёпта. Yeah.
А, вот, нашел генераторы. Где вы, блядь? А, понял. Зенитное орудие теперь, да, надо? Где-то рядом, блядь. Я их слышу. Сейчас, смотри, повалят отсюда, нахуй. Не, в обратном, что направление хуя, серьезно? А где у вас капитан-то? Блядь, это самое тупое, что можно придумать, через обратный путь хуярить, блядь. Сучка ебаная, блядь. Опа! Нихуя себе, бля.
Еще есть. Бля, вот сука, пиздец какой, да? Подъебали с лифтом, сука. Я думал, нахуй там выход будет смотреть, а я наоборот жопа к нему лежал. Теперь-то я готов был, но. Тоже, блядь, напряжная миссия, блядь. Опа, откуда? Она сверху где-то, блядь. Хуй его знает, куда я иду, что делаю. Куда? Нахуя мне ниже? Куда хоть идти? Где выход из этой хуеты, блядь? Блять, что-то я нихуя не понял. Я не могу выхода найти отсюда. О! Я тут был. Надо туда попасть, да я понял. Да сука, ебаная, брат.
Чё, блядь? А. О, сука. Есть. И как на ту сторону перебраться, блядь? Ага. А, ёпты, проебал. Какой заебистый уровень был, блядь.